Девчонки, всем привет! Не снимала давно видео, камера не работает, поэтому так. Короче, пришел новый заказ с Валберес. Сейчас вам покажу все, что мы заказали. Это, кстати, уже видео новое. Сегодня 7 марта. Всех с наступающим 8 марта поздравляю. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. И сегодня видео именно для женщин будет, потому что тут все косметика для нас любимых. Тут не только мое, тут попросили еще кое-кто заказать. Не буду говорить кто, но факт то, что тут не только мой заказ. Ну, давайте первое начнем вот с этого. Спонжики. Спонжики мне часто нужны, и девчонкам моим нужно, поэтому заказала такую коробочку. Коробочка очень удобная потом мне. Спонжики тут вот разные все идут. Видите, вот такие вот. И тут срезано, тут срез. Идут вот такие вот спонжики. А коробочку я потом использую. Вот это уберу, и коробочку мне удобно. Для чего-нибудь, для иголочек. Все, кто со мной общается, все знают, что я люблю вышивать. Вот такие вот спонжики. Стоимость на першу сверху. Да, забываю, зачастую очень многие напоминают. Спасибо вам большое. Ну, вот такие вот спонжики. Они недорогие. Брать их упаковкой по несколько штук выгоднее, чем поштучно. Дальше. Тушь. Егорушка, дай, пожалуйста, ножницы где-то розовенькие были там на столе. Сейчас этот я смогу открыть. Вот следующий. Тушь. Вот такая вот тушь. Сейчас прочитаем, посмотрим, как и что она написана. Что тут? Ой, все не по-русски. Кто не русский? Может. Так. По-моему, водостойка. Если что, я постараюсь где-то написать. Спасибо, сынок. Вот такая вот тушь. Я не знаю, видно вам, нет, но вот она красиво очень смотрится. У меня наподобие есть синяя тушь. Мне очень нравится. Вот такая вот кисточка. Очень удобная кисточка. Они все, вот все, что я сегодня туши заказала, все водостойкие, кроме одного наборчика. Но я вам попозже покажу. Вот такая вот тушь. Стоит тоже недорого. Скрин приложу. Извиняюсь, когда не прилагаю. Пишите обязательно, что Настя забываешь скрин вставлять. Я постараюсь вставить. Ну, вот такая вот тушь. Это второй наш заказ был. Дальше. Вот эта вот тушь. Это тоже водостойкая. С имитацией накладных ресниц. Это я взяла себе на пробу. Девчонки, если надо, фото в группе выложу. Как эта тушь. Вообще ни разу такую не брала. Не знаю. Вот так вот выглядит. Очень простенькая такая. 8 миллиграмм тут туши. Кисточка, конечно... А нет, кисточка хорошая. На фотке кисточка не такая. Но вот в реале классная кисточка. Суперская. Егорка, закрой дверь, там кошка лезет. Поэтому посмотрим, посмотрим. Скрин тоже, ребята, вставлю здесь, сколько стоит. Каждый раз говорю. Для себя заказала... Я, кстати, себе заказала новую лампу, фрезер. Потом покажу вам, какое оно уже все пришло. Просто не было времени заснять. И вот для этого, для маникюра... Я, кстати, уже сама начала маникюр себе делать, потому что Свете некогда. И вот заказала разные фрезы. Тут всякие-всякие разные. Набором брать намного дешевле, чем штучно. И с красной насечкой есть, и с синей насечкой. Вот такие вот в целом фрезики у меня пришли. Очень хорошая покупка, потому что у Светы каждый раз просить это тяжело. Поэтому я для себя заказала фрезы. Потом в следующем видео постараюсь заснять фрезер, лампу, какие у меня пришли и что у меня есть для маникюра. Если вам надо, интересно такое видео, то напишите, пожалуйста, я засниму. Вот такие вот фрезики у нас. Дальше. К 8 марта я себе любимой сделала подарочек. Два подарочка. У меня закончились, ребят, духи. Раньше у меня, как вы знаете, на обзоры много духов приходило. Я себе давно ничего не заказывала. И как бы ими пользовалась. Ну, тут вообще все закончилось. Я себе решила заказать духи. Первые духи вот такие вот. Вот. Написано «Сладкий аромат». Сейчас попробуем. Посмотрим. Там в Валберес, видите, нельзя открывать духи. Если открываешь, что их забирать сразу. Приятный цветочно-сладкий аромат. Очень хорошие духи. Стоили недорого. Цену тоже приложу. Или внизу под видео напишу. Если вдруг забуду, то внизу под видео напишу. Но в целом вот такие вот духи. Дальше. Еще одни духи. Это, кстати, 30 миллиграмм. А вот эти духи сколько миллиграмм? 60 миллиграмм. Вот эти вот должны быть вообще бомбические.
как мне посоветовала, потому что их моя подписчица. Спасибо тебе огромное. Я с многими, да, подписчиками все еще общаюсь, многие поздравляют, общаемся и вот советуют. Вот такой, какой красивый флакон, ребята. Сейчас посмотрим. Аромат тоже должен быть сладкий. Вот эти вот, кстати, баще, чем вот эти вот духи. Вот эти вот приятнее пахнут. Девчонки, могу советовать. Сладкий, такой нежный запах. Это вообще классно. У меня просто вообще все духи закончились. У меня остались маленькие пробнички и все. Дальше. Это у нас гель для бровей. У меня гель закончился, потому что у меня брови постоянно подравниваю. И закончился все полностью. Я его добила до конца. Там кисточкой уже другой залазила и добивала. Ну, в целом, сейчас открыть еще не могу, верить нет. Коробочку я сразу выкидывать буду. Коробочка мне нужна. Вот такой вот гель для бровей. Посмотрим, как пахнет. Я нынче, девочки, хотела купить гель для бровей. От Vivienne свой запах не понравился. Ну, вот этот вот ничего, приятный такой запах. Нежный, приятный. Но вот кисточка широкая, хорошая. Посмотрим, как будет в действии. Потом тоже напишу. Дальше заказ еще один тушь. Это уже не мне. У меня вот такая же вот точно тушь. Я ей пользуюсь. Очень мне нравится. И у меня знакомый говорит, что у тебя за тушь? Она один раз попробовала, покрасилась, ей понравилось. Как вы знаете, в видео в моих вы уже видели такую тушь. Да, девочки, у меня много накопилось старых видео, поэтому я буду их выкладывать поочередно с новыми. Что-то коробочка вся рассыпается. Смотрите, какая вот такая вот тушь. Очень классная тушь. Скрин тоже вставлю. Кисточка очень удобная. Держится сутки, даже больше можно. Я как-то несколько дней она у меня продержалась. Просто экспериментировала, и она у меня несколько дней продержалась легко, ребята. И очень красивая упаковочка. Можно и на подарок такой, скажите ведь. Дальше. Давайте дальше смотреть. Дальше. О, тут с подарочком. Это я проверяла, чтобы не было сломано, потому что у меня как-то пришла тушь вот так вот, знаете, переломлена крышка сама, и там кисточка сломана полностью была. И сама это подарочек положили сывороткой, я так поняла, да? Ну, тут все не на русском. Спасибо большое продавцу за подарочек. Сейчас попробуем открыть. Так, где тут что открывается-то? Да, тут еще попробуйте, откройте, называется. Ну, почти открыла. Такая вот тушь, я ее тоже брала такую, с многими девчонками общаюсь, они приходят, у меня смотрят, им понравилась кисточка. Кисточка бомбическая, вообще удобная. И тушь как бы сама тоже неплохая. Она идет, тушь для ресниц удлиняющая. Это уже не водостойкая, обычная тушь. Тоже скрин здесь вставлю, девочки. Дальше заказалась я на пробу вот такие вот туши. Тушь для ресниц, черная удлиняющая, водостойкая, две штуки. Они разные идут. Это набор, там две, как бы две туши, и они обе разные. Сейчас покажу, в чем прикол. Так, отодвинуть бы подальше, чтобы вот одна тушь. Тут мусор, извиняюсь, нападал. И вот вторая тушь. Они как бы вроде бы одинаковые, но по эффекту и по кисточке они должны быть разные. Сейчас проверим. Первый раз взяла такие. Вот такая вот кисточка. Классная, ребят, смотрите, какая кисточка. Должна ресницы хорошо. Оно тоже с эффектом накладных ресниц. Вот по этим, если посмотреть, так, тут срок годности, ничего не написано. Ничего не написано, все не на русском. А это вот такая, видите, кисточка уже другая, она изогнутая немножко. И вот оно, вот такие две разные туши. Посмотрим, как буду. Вот это вот я себе сразу заказала, говорю. Хочу проверить, я себе вот эти вот туши, получается, заказала, и вот эту. Хочу их проверить, ни разу такие не пользовалась. Кто, если кому-то нравится в Валберсе, заказывал туши хорошие только, девочки, мне надо водостойки, чтобы долго держалось. Напишите, пожалуйста. Буду очень благодарна. Дальше. Еще один гель для бровей.
гель для бровей. Так, туши вам показала две, которые рассказывала, вот разные. Что-то у меня телефон выключился, я говорю, что он, его в ремонт надо сдавать, но пока финансы не позволяют, поэтому. Но я приспособилась, нашла выход, как снимать видео. Правда, мороки с это много, но вроде бы это. Я не знаю только, как звук будет. Проверю сейчас как раз звук. Вот такая вот тушь. Ой, это гель для бровей. Густой очень. Вообще запаха нет. Вот это вот, кстати, гель для бровей лучше, чем вот этот вот. На этом небольшой запах есть, а на этом вообще нету. Ну, посмотрим, как фиксация будет из этих двух гелей. Если кому интересно, напишите, я вам потом скажу. Дальше я себе для маникюра заказала два разных полигеля. Этот полигель на 30 миллиграмм. Вот такой вот фирмы. Ни разу такой не брала. Посмотрим. Все запечатано. Открывать, ребят, не буду, потому что потом быстро засыхает. Стоит недорого. Скрин тоже вставлю. Дальше. Второй полигель я взяла уже проверенный, который я пользовалась. Мне он понравился. Я себе делаю ногти на верхние типсы. Мне так удобно и быстро, так как я не умею по-другому. Вот такой вот полигель молочный 60 миллиграмм. Так, срок хранения 5 лет, да, 60 миллиграмм. По очень огромной скидке взяла, девочки, вставлю скрины своих скидок, по какой цене именно я брала. Потому что в Валберисе меняется, я буду вам писать цены, по которым брала я. Дальше, ребятки, отодвигаю, хочу открыть вот этот вот заказ. Заказала я все свои любимые орешки макадамия. Кто ел, напишите, как вам они по вкусу. У меня сына ел, и мы... Не, ему понравились, но вкус почему-то у всех разный. А где ключик? А ключик где? Должен быть с ключиком. Может, где-то в упаковке. Вот такие вот орешки. Тут, короче, должен быть еще ключик. Но ключика я не ощущаю вообще никак. Может, а вот он, вот он, вот он, вот он, ребята. Вот он, металлический ключик. Ключик вставляешь в дырочку и открываешь. Я сейчас даже вам на видео покажу, потому что я хочу орешек съесть. Вообще вкусные орехи. Кто ел, напишите, как вам. Видите, вот такой вот обычный ключик. И вот так вот вставляешь. Ай, что-то не могу открыть. И все, я открыл. Вот вам целый орешек. Очень вкусный. А вот эти, кстати, для поделок. Мне тут нынче дочь говорит, мама, так это для поделок, может, и пиаре сделать. Я говорю, ну хотите, я вам соберу. Да-да-да, мама говорит, собери. Вот соберу им для поделок, может понадобиться. Вкус бомбический орешек. Настя, кушай орешки. Извиняюсь. Дальше. Вот в этой коробке пришло мне средство тоже для маникюра. Я отодвину, извиняюсь. Заказывала вот такую вот бутылочку. Это обезжир средство для дегидрации, обезжиривания ногтевой пластины и снятия липкого слоя. Вот такой литровый взяла. Три в одном написано. И к нему в подарок шел еще вот такой вот маленький спрейный. Ну, короче, обезжириватель для ногтей. В коробочке еще вот такая вот штучка. И все, и больше там нету ничего. И еще одна моя покупка. Это вот такой вот пятновыводитель. Не знаю, кто брал, напишите, пожалуйста, как он. Я ни разу не брала. Я брала разные. Но нынче на пробу решила взять еще вот такой. Без хлора, гипоаллергенный, мерная ложка внутри, подходит для детских вещей, частота всего дома одним средством для любой комнаты, для любой комнаты в вашем доме. Ну вот, попробуем. Вот такой вот, ребята, у меня был весь заказ. Если вам понравилось, пишите скрины, постараюсь отвечать на комментарии, на что именно скрины надо, если вдруг вы попросите. Но сразу говорю или артикулы буду писать, что цены в Валберисе, вы прекрасно знаете, что очень сильно меняются. Поэтому по которой цене я брала, вы можете уже не взять. Или же вы дешевле возьмете, или же вы дороже. Поэтому пишите ваши комментарии. Видео постараюсь комментарии открывать. Всем пока-пока.